Хей-хей-хей, ребята, всем привет, вы на канале Ardenov Game, меня зовут Евгений, или можно Жека просто. Мы продолжаем, вернее не продолжаем, мы начинаем новую игру Метро 2033. Ну как новая, она старая, но у меня на канале она новая, потому что я сам лично в нее не играл, только видел какие-то обзоры небольшие, но... Играл я только в Метро Exodus, проходил всю ее. Ну, хотелось бы поиграть и в эту, посмотреть, с чего все начиналось, с самого начала. Ну, давайте смотреть, давайте играть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмякните колокол, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а мы начинаем. Что, поехали? Погнали! Так, выберите стиль игры. Выживание или спартанец? В режиме спартанец мы, наверное, выживание возьмем. Нет, спартанец все-таки. Потому что там патроны будут, туда-сюда. Ну, выживание это слишком будет. Так, режим нормально, хардкор рейнджер. Да, не, будем играть в нормальном режиме. Уверен, что хотите... Дай, блин. Так, подтверждаю. В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Ну тогда в путь к самой судьбе. Погнали, блядь. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? У меня на это нет ответов никаких. Сами его или обрекаем? Не понял. Держись! Я держу. Нет, не брос. Хорош. Поймал. Красава, полковник. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Везде паутинки, да? Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Сейчас, подожди. Ой, блядь, монитор работает. Нихера себе, блядь, метро. И работает монитор. Ну, давай, открою. Ржавая дрянь. Согласен, ржавая дрянь. Придется открывать вручную. Да сейчас откроем, не ссы, не бзди, полковник. Все откроем, блядь. Пошли со мной. Так, надо включить электричество, по-любому. Артём, пошебуши по ящикам, вдруг найдёшь что полезное. Опа, опа, паутинку жечь нахер. Сейчас пошебуршу, погоди. Давай сюда зайдем, посмотрим, что здесь. Так, это выключал. О, ящик. Противогаз. Пойти, патронки. Готов, подожди ты! Пошебурши, блядь, а потом говоришь, ты готов или нет. Вот сейчас готов. Прыгнул. Ну все, давай наверх. Давай. Игра, конечно, блядь, супер. Блядь, графон старый, но графон классный. Да, мне нравится. Да. Очень хорошая игра. Похоже, никого нет дома. Ну, постапокалиптические игры, конечно, мало таких в жанре, как метро. Вернее, жанр велик, но вселенная метро довольно... Заряжаю. Очень хорошая и очень прикольная. А вот и стражи. Часы, конечно, классные, блядь, тоже таки хочу себе. Да я заебенил, не ссы. Блять, их по две подыри выскакивают. Полковник, ты чё ничего не делаешь? Я, блядь, один их убиваю, блядь. Пиздец. Полный причём. Давай наляжем. Ну, тянем, потянем. Давай, давай, давай. Готов? Я готов. Тянем. Блядь, почему я упал, а не ты, блин? Так.
Ну, конечно, да. Вот она. После ядерной катастрофы, блядь, осталось. Практически ни хера не осталось. Ульман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Да-да-да, идем потихонечку. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи. Блядь! Эй! Тебе кто, блядь, выдавал права, блядь, мудак ты? Водить научись! Для начала. Ты ему, посмотри, он идет, как ни в чем не бывало, блядь. Чё, не сбил двоих человек? Что это за шум? Слышишь? Где? Да. Какого черта? Тихо, тихо, тихо. Спарта. Тихо. Круг, быстро! Оп. Бля, сейчас начнется что-нибудь. Сейчас, блядь, начнется, блядь, эти. Да, тихо. Спокойно. Спокойно. Спину берегите. Блядь, смотрю спину. В мою спину смотрите тоже. Зарядка. Прошел, блядь. Оп, патронов у меня нет. Почему? Я же набирал там патронов до хера, блядь. Не понял, блядь. Я же патронов взял очень много в шкафах. У меня было 156 патронов. Походу я тупо зажимал. Ау. Небольшие птички. Демоны. Метро. Это наш дом. Это все. Блин, пропустил. Ладно. Какие-то фотографии, да? Ну да, это фотографии чудес света. Венеция, там Сонхайнер был, Нью-Йорк. Ковер. А это у нас что? Это Москва. Кремль. Ясненько. Не, ребят, игра классная, мне нравится. Она очень хорошая, очень красивая. Хоть и старенькая, но приколюжная. Артём! Проснулся, наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Да иду я. Так. Так, это началась предыстория того, то, что сейчас происходило на возле башни Останкино. Скорее всего, да? Ну да, я так понимаю, да. Ух ты, I want to believe, бля. Я хочу верить. Это отсылки на секретные материалы. Ты посмотри. Круто. Чё? Чё? Блин. Так, так, ладно. Пойдем, Артём, пойдем. Иду, подожди, дай хоть осмотреться. И кто? Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. И что ты хочешь сделать с черными? Найти и уничтожить? Да не смеши. Черные. Все-таки черные. Про черных я не знаю, если честно. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Кто они такие черные? Кто? Нападают на станцию? Нападают. Черные нападают на станцию, на эту, да? Я так понимаю. Послушаем Хантера. Сережа, ну давай послушаем Хантера. Прошлой ночью они снова напали на наш дозор. Кто? Госпиталь переполнен. Понятно. Пойдем, Артём, пойдем. Леша, мой брат, Леша, не знаю, жив тебе или нет.
Где ты, Леша? Посторонним нельзя. Это дежурство. Петр. Что с Алексеем, не знаете? А, извините, не узнал. Ты че, тут главный ходит, ты не узнал его? Проходите, товарищ Сухой. Здорово. Всем, что ли? Здорово. Здорово, друг мой. Здоров. Раненые. Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Так. Каждый день, ну, если что, сами прочитаете, я, ну, на паузе прям читать их не буду, прям сильно все. Так. Подожди, не понял, а как при... Пиздец, трупы нахуй везде. Ёпта мать. Что происходит, бля? Как людям тяжело так жить-то, блядь? Это кто? Кто? Хантер, наверное. Стучаться. Давай открывай чертовы ворота. Открывай. Дружбан наш. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Ты какой крутой тип, а? А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саша. Здравствуй, Артём. Здорово. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артём, да? Я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Давай, я их коплю. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявол? Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные убивают. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Тихо. Не понял. Только этого не хватало. Как так? Кто? Где? Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Блядь, дайте мне оружие, ребята. Согласен. Артём, бери оружие. Давай. Здесь. Где? Блядь, почему у тебя калаш, а у меня пистолет какой-то ебливый, блядь, ёбаный в рот. Где же они вылезут? Они придут сюда. Да, блядь. Рядом. Запах крови. Почему ты калаш забрал, а я взял пистолет, блядь? Дядя Саша. А, вот они, да, мы полезли сверху. Ладно. Хэдшот на. А вот заебенчил сам, блядь. Так. Блядь, это все полдня. Ты чё, куда? Охерел, что ли, друг мой? Стоямба, блядь, дружбан! Чё, помирок? На, вот я хэдшот всё попытал, на! Ёбаный носу, на нахуй, с хэдшот, блядь, детка! Сучёнок, блядь, стоять, сука! Где вы там все? На, нахуй, не на нахуй! Артём! С тобой все нормально. Да у меня, блядь, 3 патрона осталось. Не попадет. Нихуя себе, блядь. Ну, вот какие это... же это черные? Обычная туннельная нечисть. Это крыс, сука. Вокруг, они все равно рядом.
Так, погоди. Ты о них думаешь, ты их боишься. А почему? Страх их оружие. А почему? Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Оживает сильнейший, знаешь? Homo novus? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу не попадаешь. Где? Кто? Где? Что? Пошли, пошли, пошли. Атаковать черных пошли. Где? Точно, блядь. Они напали сюда, прикинь. Опа, нихуя, шизофреник. Ебать, они напали так, что... Меняют это... Психику людей, ты прикинь, да? Ну, я так понимаю. Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Ну, если давай. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Так. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Блять, не подведу тебя, Хантер, я пойду туда. Мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Да понял, все понятно, спасибо. Я побежал, все, сейчас соберу шмутье и полетел. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Ладно, поехали дальше. Опа. Нажми на тормоза. Я к маменьке еду. Наконец-то. Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное на платформу. Они уже заждались. Я буду там, смотри, ничего не забудь. Тебя как звать? Опа, вот заметочку. Бабушка, здорово. Вот стоц перевертут. Вот стоц перевертут. Вот стоц перевертут. Ну да. Так, здесь заметку я вижу, да? Так, оборона нашей станции черных противников, жутких, непонятных, непобедимых, отнимает все наши силы. Мы... Короче, ребята, сами прочитайте, вот, на паузе, если что. Угу. Так, а здесь как-то я... Почему? А, наверное... Блять. Ладно. Так, патроны я забрал. Дринкну разочек. Что за херня? Где ты вообще эту запись нашел? Пришлось заплатить хреновую тучу патронов за эту штуку. Да какую? Точно не жалеешь, что купил ее? Ладно. Как же меня достало все это, чего я терплю? Говорил мне мама держаться от тебя подальше. А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например, давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем твой рисунок, и она обрадует. Большой домик или нет? Этот мужчина, такой он пазантный, оборачивается ко мне и говорит. Это что, грибы? Девушка, что это такое? Грибы? Так, как он, я был бы самым счастливым человеком на земле. Обязательно. В ближайшие 50 лет нам не грозит. Здесь, я так понимаю, надо их слушать. Открыть спрятаться планшет. Давай. Открываем. Добраться до полиса, отыскать сталкер по прозвищу Мельник. Объяснить ситуацию на ВДНХ. Караван. Получить снаряжение в вооружение и присоединиться к каравану. Ладно. Вооружение к каравану присоединиться. Всюду грязь какая-то. Невозможно просто. И люди грязные, вруны, лицемеры, предатели сплошные. Ты прав, парень, везде грязь. Да я тебя подваниваю. Я тебя подваниваю, да?
Ха-ха-ха, блядь. Хули, мыться надо. Меня в грязь не надо. А где мне... А, вот здесь, наверное, да? Без хорошего автомата, считай, нету солдата. Понятно, блядь, что нет солдата. Ай, молодца! 25 патронов? Подожди, блядь. У меня есть пистолет, да? У меня есть пистолет, да? Все было нормально. Решили срезать через боковое... Ёпамутики. Уважаю! Наконец грамотного человека встретил. Там в этом тунельчике тунельчик. Засолите в браке свежие уши. Да, подожди. Давай вот здесь. Так, это что у нас? Это патронки, да? Да. Так, патронков у меня нет ни хера. Так, планшет там. Получить снаряжение в оружейный. Присоединиться к каравану. Хорошо, блядь. Сколько можно сидеть? А где ружейка-то, блин? Клянусь, если ты не встанешь, я вернусь из коробки, и тебе хана. А где оружейная? Оружейка-то внизу? Или нет? Я не понял. Да я понял тебя уже. Так, оружейка, походу, наверху, наверное. Здесь нет оружейной. Полюбас. Извини, Артём, тут пока закрыто. Только да, блядь! Казарт, ладно. Значит, ружейка наверху. А не внизу. ВДНХ. Да понял тебя, все, успокойся, бабуль. Помню, читал где-то, что калашников... Я сам радистом раньше. Да я пройду. И после войны... Только, сука, они не дают проходить. Продажа, блять. Ты че, Артём? Ты че, блин, в туннель с пустыми руками собрался? Ну? Ты был оружейный, приборахлись как следует. А где оружейка? Привет, Артём. А, вот он. Здорово. Так что у нас с этим новичком? Эй, Артём. Давай. Тебе оружие нужно? Конечно. Только посмотрим. Вон, хочу вон тот калаш. 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Нах, ты мне такое говно даешь, ты чё? Короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Это хорошо, ладно. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Я армейские тебя понял, спасибо. На аптечке. Пожарный. Аптечки-то хорошо, так, спасибо. Все, окей. Окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу, мой тим. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Хоккей, хоккей, как ты говоришь. Ну, в принципе, ничего так вроде лупит. Ладно, оружие, конечно, говно мне дал, но, блядь, другого нет. Пойдем. Где ты? В оружейку, блядь, иду в оружейку, блядь, ты чё с мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху? Конечно, я доживем, дружище. Только старые фотографии. Думаешь, нет, я видел? Я нет. Тоже не видел. И наш тоже скоро. Так. Земля достанется. О, привет! Ну чё, как там? Здорово. Да в нормуль всё, а ты как... Как ты-то? Ладно. Так, так. Блять, да что ты у меня впереди идешь, дружище? Дай пройти, пожалуйста. Спасибо. Да. Нахера? Конечно. Удачи. Спасибо. Так. Да иду, я иду, иду. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Ну-ка, подожди, давай я посмотрю здесь оружие еще что-нибудь. Может быть, что-то найду? А может быть и нет. Если ничего не найду, я сразу буду готов. Здоровенько, булы! Тоже булы здоровенько. Опа.
Это Хантер взял на ВДНХ точно... Но Хантер оказался на ВДНХ точно вовремя. Мне хочется думать о том, что не просто так. 1-2. Как... Короче, ребятки, сами прочитайте, если что. На паузе. 1-2. А как страницу поменять-то? И, блядь. Вот это, блядь, прикол дебильный. Не страницу поменять, ни хера. А, просто интер. А, ну ясно. Просто интер. Ты готов? Слав. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караванам отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артём, послушай меня, сынок. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые, жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Да откуда ты знаешь, какой я? Дай мне полушку, можно мне калаш вот этот? Можно мне вот этот калаш? Ладно. Калаш не сдали, блядь, ничего не дали. Ничего не хотят мне давать. Ну будем проходить на положительную концовку, я думаю. Готов? Да, готов. Тогда двинули. Думаю, все будет хорошо. Готов, готов, давай. Так, да. Ты, Артём, садись сюда. Куда? Никто ничего не забыл. Да не вроде бы. Да, 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 да. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Да. Типа того. Не подбросите. Садись. Не вопрос, но зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, нам удачи, блядь, туннели башни. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Ну, конечно. Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Точно. Думаю, будет здорово и опасно. И это еще круче. А, ты, по-моему, Жека. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Да это понятно, Артём, что обещал надо сделать. Как мужик, блядь. Правильно? Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку туда-сюда. Покупаю товар. Тихо. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там да? Уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, а, Ганза, Ганза еще, ведь все метро соединяет своим кольцом. И станции у нее куча. Ганза. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А о, фашисты красные еще есть, нихера себе, блядь. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот, блядь, не вопрос, давай ненавижу поехали. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр. А что там происходит? Открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что в нем такого в этом туннеле? Да, точно. Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Точно, друг мой. Может, мы туда зря едем? В этот тоннель-то. Поосторожней там. Да, спасибо, ничего, спасибо. Мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Так, опа, оружие.
Значит... зарядитель пустой. О, 30 патронов, 4... Бля... Это да. Как я буду воевать, блядь, с 30 патронами? Просто раскалывается. Что такое? Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги! Это давай. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Давай, Артём, давай, прикрывай тыл. Да. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Какой тыл-то, блядь? Нам убираться отсюда надо. Я вперед смотрю. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Да не ссы... Опа. И жалко их очень. Кого? С кем это? С кем? Чё? Кого? Ты что, не слышишь, как они плачут? Кто плачет? Не понял. Про кого говоришь? Какие они? Да они... что тут творится такое, а, Борис? Что происходит? Борис! Что происходит? Что происходит? Не понял, что происходит? Стоп. И воробушки обосраться через рот. Что происходит? Артём! Ребятами. Да, я здесь. Сюда! Иду. Если мы хотим выжить, но мы должны уничтожить эту угрозу. Какую? А, чёрные? Это ж чёрные, да? Потерял сознание. По ушам бьет. Кто ты, дядя? Это, я понимаю, черное. Завалил. Собаки бегут, я понял, где эти стражи. Жека, вставай там. Эти что спят-то, блядь? Буди, блядь, их тоже. Давай, буди, что, блядь, их. Что происходит, а? Блядь, да буди ты вон тех двоих, блядь. Чёрт. Нам сейчас пизда придет. Вставайте. Давай, ради бога. Борис, очни, Борис. Борька, вставай, Боря, а, Боря. Конечно. Вставай. Чертон, блядь. У меня 4 пара. Все, пиздец. Дай патроны. На нахуй тебе. На. Сучонок, блядь. Давай по ней дробовать. Давай. Тебе не ссы. Качай давай. Тихо. Помоги мне! Да не ссы, что ты, блядь? Мы почти в блокпоста. Тихо, блядь, меня нахуй. Сука! Куда меня скинуло нахуй? Я живой, нет? Я живой. Давай, подождем, что мы ползи. Хорош, красава, блядь. Первая себе, блядь. Отсюда кончаются патроны. А у меня и патронов нет, вчера. Да? А нет, есть. Нахер. Блять, беги. Там пулемет, блять, быстрее. Ебаный насос, блять. Быстрее сюда. Только не огнили
прошу! Дайте ему шанс! Хорош, бля! Жги, пожигай! Сейчас мы устроим! Откуда, блядь, у тебя калашников? Горячая ложка. Да. Пропустить по стаканчику не помешает. Точно, надо бухнуть, блядь. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудища, ни аномалии нипочем. За Артема! Спасибо. За тебя только. Бухаем водку, да? Ладно. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали почему? Нет, но есть патроны. Держи. Патроны давай, патроны. За тебя. Давай, давай, за меня, ладно. За тебя. Хорош, ладно. Блин, ты что, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, почему? Непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. Какая тёлка. И за Артёма. За тебя, Артём. Давайте уже бухаем, бухаем, сидим. А чё ты перевязанный, друг? Спиртяжка, что надо. Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Ну, конечно, не попасть. Так, забираем. Что у нас делать? Короче, мы вроде как прошли сквозь. Благодаря тебе у меня сегодня тоже праздник. Спасибо тебе, брателла. Самый момент, когда на нас бросилось... Так, это... Что это было? Какие-то странные тени. Чьи-то голоса. Шепот. Плач. Неслышные до сих пор. Продолжающие чувства в моей голове. Есть в метро туннели, про которые ходят жуткие легенды. Но я ничего подробного прежде не слышал. И надеюсь, больше не услышу никогда. Нам предсказано, повезло, что... Нам не сказано, блин. Повезло, что мы выбрались оттуда живыми. Ну, если что, прочитайте сами. Это Артём нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, дрался как лев. Ну, конечно. Даже как мы добрались сюда. Ну, я сам не знаю. А я тоже выпью за такого распрекрасного пацана. Вы грубые солдафоны. Как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. Налетай, и пусть разбирай. Я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Ноги, что ты сейчас сказал? Я ничего не говорил. Спецпредложения, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Какие пушки, погоди. Так, тюнинг, наверное. Надо-то, ну-ка. Приклад, 40 патронов. А у меня есть приклад, блядь. Глушак. А нахер мне глушак у него? Вот на это. Так. Подумаешь. Здорово. Меняйте только у сертифицированного менялы. У меня. Хорошая сделка. Ну, конечно, блядь. Сука, блядь. Все патроны выменял у меня на... Чё тут? Чё это? Чё тут? Педалки, что ли? Вера нет. Ладно. А наверх, наверное, надо. Ага, Рига. Там еще, кстати, пиздюк, которому можно патрон дать, блядь. Крутяк! Вы правда? Ты, Артём, на дрезине сюда приехал? Да, я. Тебя тут ищет один человек. Точно? Вот там, в проулке. Да. Если дашь мне пульку, я тебя приму. Спасибо. Ладно. Пошли со мной. Сейчас, подожди. Я кое-что проверю здесь. И пойдем. Давай,
Катя. Да погоди ты, друг мой. Ты где ты? Эй, чего отстаешь? Да иду я, иду. Дай хоть проверить здесь, что происходит. Дай мне обследовать хотя бы, посмотреть. Догоняй! Да иду я, пацан мелкий. Тоже. Ты где? Да тут я. Я здесь. Показывай. Господи Иисусе. Господи Иисусе, что такое? Не употребляй имя Господа в суе. Опа. Это что такое? Конечно, какой-то. Да это я пошел. Да иду я, подожди ты, дай проведать хотя бы все. А сейчас пойду, сейчас приду. Догоняй. Да иду я. О, не, погоди. Тут? Я тут. Я здесь, погоди. Да иду я, блядь, достал, блядь, пиздюк мелкий. Ну, нихера нет, да? Догоняй! А ты где вообще сам? Ладно, ты иди. Где да здесь я тут. Я... Ага! Подойди-ка. Бурбон, блядь. Ты Артём, да? Да. Ну ладно, мне пора. Пока. Птица? Пел. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты да можешь я знаю. Знать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход, местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче... Помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это нет. Тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Не, калаш, конечно, это просто... Охуительный, блядь. Нихера себе, блядь. Не, калаш я хочу. Калаш я хочу, друг мой. Так, одну просрал заметку где-то, не знаю где. Ну, где-то просрал. Так. Не, ну если я буду так очень усердно искать заметки везде, это займет очень много времени, я так думаю. Не, ну я могу пробежаться, я знаю, что он где-то здесь, блядь. Полюбас. Он меня будет там в комнате дальней ждать. Да иду. Погоди, Бурбон. Сейчас, погоди. Я бегу. Заметку найду. И побежал. Да бегу я, блядь. Ёб твою мать. Да бегу. Она у него заметка в этой хуйне. По-любому. Да я пройду. Наверное, он там. Ладно. Будем проходить, не будем... Ну, будут попадаться, конечно, заметки. Буду собирать все полностью. Слушай, почесали уже, да? Да чешу. Я чешу. Толчки такие вонючие, да? Ну, давай показывай, куда идти. Опа, фонарь включил. Централ, ветер северный. Этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый груз. Искусство живет вечно. Конечно, не спорю. Искусство живет вечно, не спорю, друг мой. Так. Это что, секретный проход? Тогда пошли. Так, блядь, все потемнело опять. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип.
Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем прикрывать все путем... Да, конечно, будем, Бурбончик. Ты красавчик. Я бегу за тобой. Кого там палил? Кого палишь? За... А, это просто о. Кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Да? Но вот если ты один идешь, остерегайся. Ну ладно, буду смотреть все в оба. Ёпа-мать, труп. Темпу, блядь, по патронке. Да, ничего не пропустил. Я так думаю, наверное, ничего. Ладно. А, ты куда? Ты куда так быстро убежал, бля? Дай мне хоть обследовать все, посмотреть. Ничего. Куда ты так бежишь? Их, ой, херах. А туда что, можно пролезть? Разве? Эх. Подожди, подожди. Дай сюда зайду. Ша, ты здесь потише. Да, конечно. Точно. Да, я патроны соберу тогда. Опа, сразу двоих, что ли? Блять. Опаньки. Не, блять, надо, короче, это забрать, наверное. Лето ставить. Так, нам туда пройти можно? Нет. Короче, здесь... Дырки, блядь, какие-то там. Эти крысы, походу, шныряют. Вот эти вот. Ладно. Я не могу туда пройти никак. Точно? Я туда пройти... Нет, я как-то, наверное, могу, наверное, нет? Или не могу? Так, сейчас, подожди, Бурбон. Бегу, 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 Бурбончик. Погоди. Так, 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 так. Я нашел этот. Как он там? Называется тихарь, блядь. Как, блядь? Ух, нихера себе, блядь. Вот это у него, блядь. Убойная сила. Все, бегу, бегу к тебе. Нашел, короче, ружье какое-то. Ну, по Иксодусу, по-моему, это тихарь. А чё... А сюда нельзя? Можно. Блять, я залазь. Я застрял, блядь. Ладно. Так, грибочки нельзя собирать здесь вообще никак. Так, так, так. Подожди-ка. Может, где-то записки какие-нибудь есть? Может, где-то заметки какие-нибудь есть? Может быть. А может быть и нет. Да, иду, Бурбик. Бурбик. Это ж чернаки из каравана. Да? Все жмуры. Точно? Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Так, теперь будь на стреме. Да под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Да ты че, блядь, гонишь что ли? Подожди, опачки, подожди. А это у нас растяжечка. Да ты че, блядь? Железная маза избавится от слепых. Так, все, заберу все. Ооо. Так это одинаковое, да? Точно одинаково. Стоп, подожди. А здесь дальше можно пройти? Так, исследуем, исследуем. Ну, постараемся исследовать 100% пространства метро. Я не знаю. Будем искать все заметки. Будем, ну, исследовать по полной, я так думаю. Собирать все, что можно собрать. Мухи, мухи, мухи. Может быть... Может...
А, не-не-не. Где патроны? Здесь, ага. Я не забрал, думал, забрал их. Маска Джейсона, блин. Маска Джейсона, блин. Ебать, кто это, блядь? Ты в кого там лупишь, блядь? Ебаный в рот, ни хера себе. Пиздец ты, блядь. А где прицелиться надо? А? А где прицелиться? Не пойму, блядь. Хера себе, блядь. Ёкарный бабай, нихера себе, блядь, меня чуть... Аптечка, как аптечку использовать? Я аптечку не помню. Нет, мне не надо. А как ты по ним начал стрелять? Не пойму, зачем, блядь? Для какого хера ты по ним стрелял? Вот эта херня вообще нормальная. Вот сейф. Я не могу его открыть. Я его открыть не могу. Где-то просрал, походу, ключ, нахуй. Вот, видишь, здесь целится, блядь. А где ключ? По-моему, должен где-то здесь висеть, по-любому. Ключик от сейфа. Да? Не понял. А где ключ от сейфа? Где-то здесь, наверное, нет? Ну, потому что смысл. Либо у кого-то из этих, блядь, дебилов, которых он только что завалил нахер. Я так понимаю, где-то, наверное... А, еще с автоматов собирать надо, да, патроны? Ну хорошо, давай собирать. Бля, чем он такой ебашит, блядь? Не, сейф как-то же можно открыть, правильно? Там по-любому что-то есть. Только где ключ искать? Я хз, блядь. Хз. Блять. Ладно, пошли дальше проходить. Опс, нахуй, готов, блять. Да ты чё, блять? Валят, блядь. Ха. Конечно, валят пацанов уже. Блядь, где ключ от сейфа? Так, так. Хз. Ключей от сейфа. Хуй его знает где. Он не знает, где его искать, если честно. Ну, открывай. Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тепло. Заметку. Ну, если что, дайте. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. Да, блядь, конечно. Мне ещё жить охота. А мне что, нет, что ли? Патронов до хера, аптечек что-то до хера. Опа, тихо.
Нам надо вниз, наверное, идти. Бля! Сука, я упал нахуй. Ну как? А что, могу? Нет, не могу. Ну я же перепрыгнул. Я же перепрыгнул. Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. А заметку забрал? Не выделывайся там. Мне еще жить охота. Понятно, блядь, не выделывайся. Это понятно, Бурбон. Ты мне скажи, как мне перепрыгивать-то, блядь? А, нахуй прыгать-то. Так вот только если. Давай. Его газ, блядь. И тоже противогаз надел. А, ну да, ладно. Мост вообще пиздец страшный. Тихо. Ёбану, ты зачем орёшь? Зачем? Ты зачем их привлекаешь сюда, блядь? Блядь, они ползут. Ты чё? Ебать нахуй. Прикрываем. На нахуй тебе ножом, блядь, утырок ебаный. Это пиздец, это жесть просто. Бурбон, блядь, ты чё? Ты зачем их, блядь, на нас навлёк-то? Так, тихо. Где? Ну. Съёбываем, бэ, пошли. Ну его нахер, блядь. Опа, ещё. Да что ты там застрял один? Почему, бля? Я тебя что, должен спасать все время? Иду я за тобой. Иду, давай. Ну что, нам вниз, наверное? Это боевая дрезина Ганзы. Ищем братву. Ищем, братву, ищем. А, дрезина Ганзы, да? Так, противогаз у меня нормальный еще, да? Ладно, ищем. Иди сюда. Блять, он сюда не идет, нихера. А, все равно мне вниз надо. Так, надо поменять. Как поменять? Противогаз, да, по-моему, точно. Так. Блять. Сука. Где вы там, блять? Где? На него нападать, что ли? Ты почему так долго идешь за мной? Я уже здесь все пробежал. Почему ты так долго идешь? Бурбон, блин. Ну ты даешь. Ой, а, через вагон? Ну, давай. Бегу. Я прям за тобой. Качели, мать его, бога душу. Да ты что? Аптечек до хера. Вот это давай поменяем. У меня там просто здесь. Ага, ясно. Туннели Ганзы.
А вон тут. Обрушение тоннеля, мать его. Ну. Такая лестничка красивая рядом. Охереть, точно. Ну и хрен бы с ним. Ну. Да иду, иду, иду. Блять. Они опять к нам бегут. Бурбон, бурбон, бурбон. Давай, давай, давай. Вон они, я вижу. Нахуй. Отъебался. Нахуй. Нахуй. Утырки, блядь. Ну нахуй. За тобой, за тобой, прям за тобой бегу. Огонь. Радиация, что ли, чё? Ладно, бегу, 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 бурбон, бегу. Ни один хер на попасть на эту полис. Так, вот у меня есть, у меня все есть, да? Ага. Опа, опаньки. Черт, как будто нам упырей не хватало. Действительно. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарил по шнурам, может найдешь его и дверь. Да, конечно, пошарю, блядь, сейчас буду все собирать. Опа. Пошли, Борбик, пошли. Блядь. Какие-то глюки, короче, ловят он. Конечно, я. Ну давай, давай. Хорошая решеточка. Ай ты, милая моя, красивая. Я вернусь и покрашу тебя красочкой. И смажу мою девочку. Врата открываются. Великие темные врата. Я слышу зов. Ты еще гонишь, что ли? Не-не-не-не, давай-давай, тащи его сюда, Тёмыч. Давай-давай. Давай, друг мой, давай-давай-давай-давай. Блядь, туда заходи, заходи. Опа. А, нас кто-то спас. Нас кто-то спас. Кто спас? Что это за хрень со мной была? Так, ты зэбли, ты как это? Да. Ну и песни. Пиздец. Слаще Владимирского Централа. Точно? Страшно. Пиздец ты, блядь, меня пересрал, блядь. Сейчас подкачаю фонарь. А то что-то вообще, блядь, нихера не светит. Так, погоди, погоди. Бурбик, дай пройд... Сука! Ёбушки воробушки, ну почему? Я же допрыгнул, я же перепрыгнул. Почему я падаю, блядь, не допрыгивая, нихера? Мне что, ноги поджимать или что надо делать? Нет, блядь. Дай первый пройду. Да я доп... Вон он, ключ, видишь, блядь? А, во, блядь. Видишь ключ? Это ключ от какого-то сейфа. Это ключ от сейфа, по-любому, блядь. Ты чё, без противогаза? Точно, блядь. Почему я с противогазом туда, блядь? Точно он без противогаза. Так, какой-то ключ нашел от чего-то. От какого-то сейфа, скорее всего. Ну, я не знаю. По дороге найдем мы его или нет? Может быть, да, может быть и нет. Так. Скорее всего, наверное, внизу. Опа.
Опаньки, нам все равно сюда нужно было идти, я так понял. Да-да-да. Одевай. Да, я просто забыл, как кидать эти, блядь. Как кидать ножи. Как кидать. Забыл, как кидать ножи, честно. Не помню ни хера, блядь. Ну, в Exodus'е так кидать, здесь может по-другому как-нибудь. А то наверх можно забраться, да? А, на в ту комнату, да? Или нет? Или да? Ну, скорее всего, наверное. Залазь. Залазит. Тише, тише. Тише, тише. Так, заметка. Ну, прочитайте на паузе, что? Патроны. Патроны. О, это что такое? Так, 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 так. Ботинки. Так. Кто-то морёт, блядь. Диванка. А вот он есть. Блядь, надо... блядь, надо было выключить где-нибудь, что-нибудь выключать должно было. Это... Ладно. Вот тут, наверное, блядь. Так, ладно, пошли. А ну да. Вот он и ключик. Чё тут у нас? У нас тут до хера всего, но я взять ни хера не могу, ладно. Блять. Кто там орёт? Не понял. Так, нам куда? Нам... А наверх он туда? Или нам лезть сюда? Бурбон, ты где? Ну вот и проспект Мир. Ты вам готовишься. Нам все-таки туда. Эти орут еще, блядь. Так, нам все-таки сюда надо пройти было, но... Ладно. А, ну да. Ну да, ну да, ну да. Я просто... Откуда я? Орёт. Люди, братва! Откройте, прошу! Не дайте помереть страшной смерти! Вы чё, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Да-да-да, быстрее открывайте, блядь, утырки! Да ты чё, Болтон? Держись! Нам сегодня карта прёт! О, нихер... Подожди. Открывайте дверь! Открывайте дверь быстрее, ребята! Пока нас, блядь, не сожрали здесь. Они отовсюду, смотри! Они, блядь, отовсюду ползут, ёбаный в рот! Пацаны, открывайте! Пацаны, открывайте нахер! Рано нахер! Двои, блядь! Как мне аптечку, блядь, сделать, а? Ёма, маслины вышли! Чё? Эй, вы! Ну-ка, покажитесь! Да здесь мы, слушайся здесь! Слушайся его! Эти ребята вообще юмора не понимают!
Да понял тебя. Я понял, понял тебя. Ну кто Бурбон? Вот хрень. Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча? А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, красавчик. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Да, блядь, чё, куда? Открывают? Ништяк. Блядь, оружие убери, да? Или нет? Ладно. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие? Выйти на свет! Медленно! Да идем! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Как? Что? Можно я прочитаю вон ту штучку? Можно я заберу, да? Можно, можно? Не двигайся. Да, блядь, дай забрать нахуй. Сибки. Стоять, я с тобой. Да стою, я стою, я никуда не хожу. Я руки вверх даже поднял. Успокойся, друг мой. Я же перед тобой, ёбаный урод, ты чё? Всё ну, нормально. Пропускаешь? Эти двое могут проходить. Хорош. Добро пожаловать на проспект Мира. Осипки. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Нет, не следи хочу. Следи за языком. Бля, мы вляпались по самые помидоры. Какого хера? На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам отработать дадут, ну там типа дерьмо разговаривают. Узнаем, как теперь, но раньше там население обугленные химические захватят нас, как Полежаевскую. Перережут во сне, как щенков. И все. А что там с Полежаевской случилось? Никак нельзя. Ни хз, нахуй. О, нихера себе, блядь, это значит, на крыше должен быть. А в самом тоннеле мы возвращаемся. У них, правда, салаги-разведчики, не то, что наши. Но у них ведь и станция поменьше. Я вообще-то это и знаете, ибо всякую мистическую... Ну, на Ганзу нам пути нет. Почему? На Ганзу нам пути нет? Почему на Ганзу у нас пути нет? Эй, друг мой. Таких нет и нет. Полчаса их нет. Час. Ладно, ребята, на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставьте комментарии. Жмякните колокол, чтобы не пропускать новые видео. На этом заканчиваем. Увидимся в следующем видео. Всем удачи и пока-пока, друзья.